Караганде снесут еще два кафе в центре города. Чистка улиц шахтерской столицы от летних кафе, которые занимают землю незаконно, продолжается. О работе, проводимой в этом направлении, рассказали сегодня на пресс-конференции в городском акимате. Ернар Дарибеков, руководитель отдела земельных отношений, рассказывает, в суды подано 25 исков о сносе летних кафе. По 17 из них уже вынесены решения. Теперь, если владельцы увеселительных заведений сами не снесут свои строения, им помогут судебные исполнители. Уже в июне планируют снести летнее кафе «Орхидея», следом летний «Кедовачан» и «Золотой шафран». Сроки землепользования указанных земельных участков истекли в 2012 году. Предоставление на новый срок было отказано в связи с противоречием пункту 63 правил застройки территории города Караганды, которое гласит, что размещение летних кафе допускается только для отдельно стоящих специализированных зданий, и при этом размещение летних кафе на придомовых территориях не допускается. Такая же участь ждет и автостоянки, которые также портят эстетический вид города, сообщили в акимате. По-прежнему чиновники судятся с владельцами киосков, которым, по мнению местных властей, не место на центральных улицах. Активная чистка города связана с изменением правил застройки Караганды. Постановление было принято еще в 2007 году, вот только сносить незаконно законные строения начали лишь 6 лет спустя. Цель одна, чтобы город привести в порядок, город приобрел нормальный облик, потому что вы знаете, когда только коммерции начались, как и в 90-х, да, начались, ну тогда понятно было, поднимался малый и средний бизнес, всем подряд давали киоски, что хочешь, где хочешь. Ну сейчас уже другое мир, ну понятно. Это уже время такое было. Ирина Камышова, Талиген Рашитов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.